Приветствую, дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске мы находимся в гостях у молодой художницы Лейлы Гурбановой. Здравствуйте, Лейла! Как поживаете? Спасибо, все отлично. Лейла, в первую очередь расскажите немного о себе. Я Лейла Гурбанова. Закончила художественную академию в 2019 году. После окончания учебы я усердно работала над собой, и уже в предыдущем году я планировала собственную выставку, но, увы, к сожалению, в связи со сложившейся ситуацией я на время отложила эти планы. Расскажи нам, пожалуйста, как у тебя появилось желание рисовать и с чего все это началось? Ну, наверное, я, как и все, отвечу на этот вопрос очень банально. Я рисовала с детства и занималась разными видами искусства. Например, я очень хотела стать актрисой и хорошо вживалась в роль. И мы часто с ребятами устраивали маленькие спектакли. Это было очень интересно для нас. А потом, в дальнейшем, у меня даже появилась любовь к танцам. Желание танцам. Моментом я хотела стать балериной. Я даже помню все, как это я смотрела все эти, изучала движений профессиональных балерин и хотела повторять за ними. И неплохо вроде бы получалось, я была очень гибким ребенком. А потом, где-то лет 10 или 12, мне интересовали ковры. Я сперва рисовала эскизы, а потом старалась ткать миниатюрные ковры. Потом в подростковом возрасте мне интересовало, я занималась батикой, это вид искусства, который рисуешь на разных тканях. И, ну, конечно же, все это время параллельно я никогда не откладывала карандаш из рук. Я рисовала везде, где можно, даже и нельзя, где нельзя. И я в основном рисовала мои любимые персонажи из мультиков. Ну, конечно же, все это привело к тому, что на этапе выбора профессии я поняла, что я должна стать живописцем. Сперва этот выбор слегка озадачила мою семью, потому что они думали, что это несерьезное направление. Но потом, увидев мой настрой, они сильно поддержали меня. И теперь я первый живописец в нашей семье. Это очень интересная и познавательная история, особенно тот момент, когда ты озадачила свою семью. Я могу представить их реакцию, но ты все же достигла своего, и это большое счастье. Расскажи нам, пожалуйста, что мотивирует тебя рисовать и что вдохновляет в повседневной жизни? Меня многое вдохновляет. Я вдохновляюсь каждым прекрасным моментом в жизни. Например, я очень сильно люблю природу. 80% фотографий в моем телефоне заполняет фото неба и природы. И я очень часто читаю книги, из них тоже я вдохновляюсь, черпаю вдохновение. И я, когда читаю, эти персонажи, то, что там интересно для меня, я пытаюсь их оживить. И вроде... Так, а еще мое самое большое вдохновение – это моя семья. И, кстати, и работа моих любимых художников тоже вдохновляет меня, конечно же. Попробуй выразить словами то, что у тебя получается в процессе работы. Не знаю, я думаю, что я никак словами это выразить не смогу. Но я часто слышу от окружающих, что они говорят, что им не нравится их работа, или им лень каждое утро встать на работу идти. Но я думаю, что в этом плане мне очень повезло, потому что я каждое утро просыпаюсь с удовольствием. Я знаю, что я буду сегодня рисовать. Я знаю, что я научу моих учеников. И я думаю, что это большое счастье найти прям эту профессию, то, что ты любишь делать. Я абсолютно с вами согласна насчет этого. Это на самом деле большая удача найти и заниматься тем, что тебе реально приносит удовольствие. Да. Ты веришь, что нарисованные тобой картины могут влиять на зрителей? Каким образом, ты думаешь, это проявляется? Я когда работаю, я очень много кладу мою работу, любовь, все эмоции. И часто мне говорят, что мои работы похожи на меня. Я, когда слышу эти слова, я бываю очень счастливым, понимаете? Потому что это то, к чему я стремлюсь. И если это получается, если зрители получают удовольствие, то
значит, я добилась этого. Говорят, картины для художников – это как их дети. А их не стоит разделять. Но, однако, я все же задам вам этот вопрос. Какая из картин является для вас самой особенной и почему? Ты очень правильно отметила это, что для нас наша работа как наши дети. Они все для нас особенные, потому что мы все кладем частичку себя и большой труд. Но я думаю, что для меня моя особенная работа – это моя дипломная работа. Называется «Маскарадный бал». Во-первых, это моя первая большая работа, которой я работала самостоятельно, все делала сама. А во-вторых, когда я уточнила тему работы, я была очень счастлива, потому что я хотела, чтобы эта работа и эта тема отражала меня. Всю историю читала, я все изучала, до маленьких деталей я все продумала. В этой работе я понимала всю ответственность, конечно же, и я должна была показать все то, чему я научилась с 4 лет академии. И вы уже, наверное, представили, как я стремилась сделать самое лучшее. Из-за этого это для меня самая особенная работа. Я представляю, сколько труда и терпения ты вложила в эту работу. И я надеюсь, что ты ее нам покажешь. К сожалению, не смогу, потому что эта работа в академии осталась. И в течение 5 лет я не смогу это взять. Так что, к сожалению. К сожалению, огромное. Надеюсь, мы когда-нибудь ее еще увидим. Я тоже надеюсь. Думаю, наше интервью подошло к концу. Спасибо тебе огромное за то, что ты выделила нам время и показала свою замечательную мастерскую. Нам было очень приятно. Надеюсь. Вам спасибо за этот шанс, то, что я выразила свои мысли. Спасибо вам. На сегодня наш выпуск подошел к концу, друзья. Надеюсь, что вы также получили большое удовольствие, любуясь этой чудесной мастерской. Желаю вам удачи и до новых встреч!